В этом видео мы с вами разберем, что нужно сделать, чтобы притянуть в свой бизнес, в свою сеть крупный калибр или акулу, и какие ошибки вы совершаете, отдаляя себя от этой цели. Привет! На связи Елена Коваленко, ваш проводник в мир онлайн-бизнеса, эксперт в области продвижения сетевого бизнеса и топ-1 лидер международной сетевой компании. Не понаслышке знаю, что каждый в MLM-бизнесе грезит идеей поймать себе в структуру пару акул сетевого бизнеса. И тут ему кажется, что жизнь удалась. Они сделают товарообороты, и я разбогатею. Но, как правило, такого не бывает. А те, кто сидят и надеются на это, просто разочаровываются и уходят с этого бизнеса. Когда-то я услышала фразу, чтобы начать зарабатывать больше, нужно вкладывать свои мозги. Не делая это, вы просто в определенный момент упретесь в потолок и не сдвинетесь. Тогда мне это было непонятно. Я считала так: больше работай, больше делай, больше будет. Теперь я понимаю, о чем шла речь. К этому мы вернемся чуть позже. Можете, кстати, написать в комментариях, что для вас означает эта фраза, как вы ее понимаете и сработал ли для вас этот принцип. Пишите. Наверняка вы также замечали такую тенденцию в сетевом бизнесе. Да даже и в жизни так происходит. Когда вы начинаете развиваться, ваше окружение меняется с вашим мышлением. Замечали такое? Например, сейчас в моем окружении осталось всего пару человек из тех, с кем я когда-то проводила много времени. Так сказать, тусила. Так и в сетевом бизнесе. Смотрите, в начале, когда вы приходите в бизнес, у вас определенное мышление, определенные устои. И к вам в команду приходят люди с похожей энергетикой, мышлением, принципами. Тут срабатывает дубликация. Мы часто видим сейчас в бизнесе, как партнеры копируют, неосознанно это происходит, как делает что-то или сделал их спонсор. Дальше вы начинаете развиваться, менять свое мышление, прокачивать мозги. Так сказать, происходит личностный рост. И опять вы видите, как ваше окружение меняется. Так происходит и в бизнесе. Партнеры, которые были с вами в начале, они либо тоже развиваются и меняются вместе с вами. Идут по одной линии, переходя, так сказать, на новый уровень. Либо они остаются на прежнем уровне, либо вообще отваливают. А все почему? Потому что вы меняетесь, прокачивая себя. Меняется ваша энергетика. И в бизнесе, и в жизни происходит взаимообмен и замена. На место одних партнеров приходят другие или добавляются и расширяется ваша команда. И вы начинаете замечать, что в бизнес к вам начинают приходить совсем другие партнеры. Если сравнивать с тем, какие приходили в начале и какие приходят сейчас. По себе мы можем сказать, что вначале к нам приходили такие же нытики, недовольные жизнью, что-то вечно не нравилось, так как и мы были такие же. Пропадите пропадом! Убирайтесь вон! Подлость, гадость, преступники! Ненавижу вас! Негодяи! О чем говорить? Подобное притягивает подобное. Сейчас в бизнес приходят люди совсем другого качества. Лидеры, акулы, те, кто настроены на позитив, на гармонии, на то, чтобы научиться, поработать и кайфовать от жизни. Те, кто берет ответственность на себя, а не перекладывает ее на всех, а не только не на себя. И если вернуться к фразе, чтобы больше зарабатывать, начните развиваться, качать себя, то это нужно для того, чтобы к вам пришли те самые акулы. Потому что в нашем бизнесе идут на человека. И вас выбирают зачастую осознанно. А если неосознанно, то это уже на энергетическом уровне вас выбрали. Так что вот такой секретный секрет. И когда вы это осознаете, вы притянете к себе в бизнес настоящих бриллиантов. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Меняйтесь, качайте, действуйте. Не забудьте оставить комментарий под видео на вопрос, что же для вас означает эта фраза. Чтобы начать больше зарабатывать, нужно вкладывать свои мозги. Как вы ее понимаете и сработал ли уже для вас этот принцип? Подписывайтесь на канал, не забудьте поставить палец вверх и нажать на колокольчик. С вами была Елена Коваленко. До скорых встреч в новых видео.